Всем огромный привет! Сегодня будет обзор новинок сразу из двух магазинов Fix Price. Первый магазин, в котором я была, находится по адресу город Саратов, улица Чапаева, торговый центр «Аврора». И пока не забыла сказать, у меня есть отличные новости. Наконец-то у меня появился Instagram, который посвящен только новинкам Fix Price. Там вы найдете много всего интересного. Ссылку на мой Instagram оставлю в описании. Буду рада всем! Органайзер с ручкой. Размер 23 на 18, высота 4 сантиметра. Состав пищевой полипропилен. Внутри 7 отделений разного размера. В местах сгиба ручка сделана очень ненадежно. Скорее всего, через некоторое время использования она просто отвалится. Как вариант, такой органайзер предлагают использовать под аптечку. На мой взгляд, это будет неудобно, потому что большинство лекарств сюда просто не поместится. В ассортименте два варианта. Производитель России, город Тольятти. Цена 77 рублей. Вешалка трехъярусная, высота 38 сантиметров. Сделана качественно, из плотного пластика полипропилена. В ассортименте сиреневый, розовый и серый цвет. Производитель китайца, на вешалке 77 рублей. Кошелек размер 14 на 9 на 4 сантиметра. Два отделения, оба закрываются на молнию. С одной стороны отделение для карт, с другой стороны отделение для мелочи. Купюры целиком в этот кошелек не поместятся. Хочу отметить вполне приличное качество и самого кошелька. Строчки ровные и замок сделан хорошо. Состав полиуретан, полиэстер, сталь. Кошелек продажи в четырех расцветках. Производитель Китай, цена 199 рублей. В серии Flex появился новый будильник. Работает от одной пальчиковой батарейки, в комплект она не входит. Состав плотный пластик, полипропилен, стекло, бумага и сталь. Качество будильника более чем приличное, никакого постороннего запаха. Особенно мне понравилось, как мило смотрятся ушки сверху. В ассортименте будильник нежно-голубого, розового и мятного цвета. Инструкция в комплекте, срок службы 1 год, производитель Китай, цена 99 рублей. Светильник с диммером. Работает от трех батареек, в комплект они не входят. У такого светильника есть один большой плюс, можно плавно регулировать яркость. Внутри 20 светодиодов, настройка яркости одним движением. В комплекте идет две клейкие ленты, а также с обратной стороны есть отверстие, с помощью которого можно подвесить светильник на шуруп. Состав ABS полистирол, световой поток 200 люменов. Срок службы светодиодов 30 тысяч часов. В ассортименте светильники разные, есть в голубом, черном и белом корпусе. Производитель Китай, цена 99 рублей. Клавиатура проводная, размер 44 на 13 сантиметров. Длина кабеля 130 сантиметров. Состав клавиатуры ABS PVH медь. С обратной стороны есть две ножки, с помощью которых клавиатуру можно поставить под наклоном. Срок службы, заявленный производителем, 2 года. Цена 199 рублей. Производитель Китай. Коробка складная с делениями. Размер в собранном виде 32 на 32, высота 9 сантиметров. Внутри 19 делений разного размера. Состав такого органайзера – картон и нетканный материал. Продажи два варианта – органайзер темно-серого и светло-серого цвета. Также немного отличаются рисунки. Производит Китай, цена 99 рублей. Набор для ванной комнаты. В него входит коврик размером 40 на 60 сантиметров и шторы размером 180 на 180 сантиметров. Кольца для шторы также идут в комплекте. Коврик сделан из ПВХ, полиэстера и поролона. В Экспрессе коврики продаются отдельно, стоят они 199 рублей. Коврик из набора чуть меньше и чуть тоньше. А вот шторы из набора совсем не порадовало. Качество очень низкое, скорее всего порвется после первого применения. В заключение скажу, что набор своих денег не стоит. Цвета наборов в ассортименте, цена 199 рублей. Влажные салфетки для удаления пятен. Внутри 20 штук, подходят для всех видов тканей. Эффективно удаляют с любых поверхностей свежие загрязнения от пищевых продуктов, фруктов, кофе, чая и чернил. А также облегчают последующее выведение загрязнений при стирке. Цена за упаковку 27 рублей 50 копеек. Ароматизатор воздуха для автомобиля. Состав картон и парфюмерная композиция. В ассортименте есть свежесть зимнего леса, лесные ягоды, хрустящий арбуз, вкусный баблгам, аромат арктической свежести и самый, на мой взгляд, аппетитный и вкусный апельсиновый пай. На мой взгляд, такой ароматизатор можно повесить не только в машине, но и в шкафу с одеждой. Цена 25 рублей. Игрушка-конструктор супер-робот. Робот превращается в машинку и также обратно.
Из машинки можно собрать робота. Состав такой игрушки – полипропилен, металл. Трансформеры в ассортименте разные, есть самолет, танк и машинки. Если собрать их все вместе, то можно сделать одного огромного трансформера. Цена такой игрушки 99 рублей. Игрушка-гитара. Корпус сделан из плотного пластика, полистирола. На гитаре 6 металлических струн, которые можно настраивать, поворачивая колки нужной струны. Это практически мини-версия настоящей гитары. Также в комплект входит медиатор. Гитара отличается цветом корпуса, всего 4 варианта, цена 99 рублей. Набор цветных гелевых ручек. В упаковке 24 штуки. Есть чернила с эффектом металлика, есть блестящие чернила. Цена набора 199 рублей. В продаже снова появился набор ароматизированных смываемых водой фломастеров. В упаковке 10 разных цветов, у каждого фломастера свой аромат. Фломастеры действительно смываются, отстирываются с одежды, но очень плохо смываются с рук. У меня есть отдельный ролик, где я тестировала эти фломастеры и другую канцелярию. Если интересно, ссылку оставлю в описании. Цена такого набора 99 рублей. Новые развивающие пособия для детей. Это книжка с наклейками для детей дошкольного возраста. Автор этих книг Елена Ульева, педагог с 20-летним опытом работы. Автор методик раннего развития детей. Учеба с таким пособием будет интересной и приятной для детей. Книжка рассчитана специально для детей разных возрастов. Есть серия детей от 1 года до 6 лет. Цена таких пособий 77 рублей. Тест «Чай черный с чабрецом и цедрой лимона». В упаковке 100 пакетиков, в каждом 1,5 грамма чая. Цена за коробку 149 рублей. Шоколадные монеты «Золото пиратов». Изделие фигурное из кондитерской глазури. Каждая конфета сделана в виде монетки и упакована в отдельную золотую фольгу. В упаковке 150 грамм конфет, цена 55 рублей. Килька черноморская, не разделанная в томатном соусе. Изготовитель Республика Крым, в упаковке 240 грамм, цена 27 рублей 50 копеек. Дальше обзор будет из другого магазина Fix Price. Находится он по адресу город Саратов, улица Азина, 39. Хочу отметить, что это один из самых лучших магазинов города, где всегда порядок на полках и чистота. Наушники с микрофоном. Длина провода 120 сантиметров. У наушников есть специальная силиконовая вставка, с помощью которой они надежно крепятся на ухо и не должны слетать. Состав ABS – термопластичная резина, чувствительность 90 дБ. Продажи наушники черного, белого и красного цвета. Срок службы 1 год, цена 99 рублей. Влажные носовые платочки от торговой марки Aura. С экстрактом эвкалипта в упаковке 10 штук. Цена за упаковку 12 рублей 50 копеек. Новинка в серии Kitchen – органайзер навесной для мусора со скребком. Органайзер легко крепится на дверцу шкафа или рейлинги. Удобно собирать мусор во время чистки овощей и фруктов или во время готовки. Органайзер поможет организовать пространство на вашей кухне и не займет много места. После работы скребок можно убрать в специальное отверстие. Размер 29 на 14 на 10 сантиметров. В ассортименте бежевый, белый и серый цвет. Состав пластик полипропилен, производитель Китая, цена 77 рублей. Кухонная клеенка размер 60 на 100 сантиметров. Состав пищевой полипропилен можно использовать для горячего. Указанная максимальная температура плюс 140 градусов. Производитель Китая, цена 55 рублей. Нож для нарезки. Общая длина 20,5 сантиметров. Длина лезвия 10 сантиметров. Состав нержавеющей стали. Ручка из полипропилена. Нож из этой же серии размером побольше. Длина 23,5 сантиметра. Цена маленького ножа 55 рублей. Большой стоит 77. Доска сувенирная, разделочная, с символом года. Состав картон, дерево, рисунок только с одной стороны. Производитель России, город Москва, 3 варианта в ассортименте, цена 55 рублей. Колготки женские торговой марки Конте. 70 ден, размеры от единички до шестерки. Состав 90% полиамид, 10% эластан. Продажи черный и телесный цвет, цена 149 рублей. Капроновые колготки этой же марки 20 ден стоят 99 рублей. Детские носочки торговой марки Капризуля. Состав 80% хлопок, остальное полиамид и эластан. Самый маленький размер 12-14, самый большой 16-18. Расцветки в ассортименте. Производитель России, город Смоленск. Цена 77 рублей. Еще одни детские носочки торговой марки Зуэй. Продаются сразу по две пары. Состав 67% хлопок, 33% полиамид. Производитель Китай. Такие носочки стоят 99 рублей.
Новая серия книг для детей «Сказки о животных». В этой серии книг собраны веселые сказки о самых разных животных. Хитрых лисах, отважных мышках, добрых щенках, милых пони и даже волшебных единорогах. Удивительные приключения, поучительные истории, рассказы об озорных проделках и хороших поступках. Понравится не только детям, но и взрослым. Рассчитана эта серия книг на возраст 0+. Отличное качество самой книги, плотные листы, твердая обложка, яркие красочные картинки и крупный читаемый текст. Качество книги на 5 баллов из 5. Всего в этой серии 8 книг. Купить эти сказки можно в фикс-прайсе за 149 рублей. Игровой набор «Машинка со сменным кузовом». Сделана машина из полистирола, полипропилена, ПВХ и металла. Работает от 3 батареек, в комплект они не входят. При желании можно заменить кузов, в комплекте их целых 3. Меняя кузов, каждый раз получается новая машинка. У машинки есть световой и звуковой эффект. Чтобы поменять батарейки, вам понадобится небольшая отвертка. Наборы немного отличаются цветом машинок. Производитель Китай, цена 199 рублей. Игрушка робот-трансформер. Робот трансформируется в строительную технику. На каждой коробке указано, какой в результате получится робот-трансформер. Сделана игрушка из АБС пластика и металла. В комплекте подробная инструкция, как трансформировать робота в машину и наоборот. В этой коллекции всего 6 машинок. Если собрать их все, можно построить большого супер-робота-трансформера. Цена игрушки 199 рублей. Игрушка для кукол, кухонный гарнитур. Игрушка сделана весьма и весьма прилично, все детали ровные и аккуратные. Размер 32 на 14 на 9 сантиметров. Это точная копия настоящей кухни, все работает, двигается, кнопки нажимаются, дверцы открываются. Такой набор отлично подойдет для обустройства кукольного домика. В ассортименте есть духовка, посудомойка с микроволновкой, раковина с кухонным шкафчиком и холодильник с морозильной камерой. Кухонный гарнитур продается по отдельности. Цена каждой коробки 199 рублей. Если купить гарнитур полностью, цена будет 796 рублей. Игрушка, болтушка, повторюшка. Игрушка повторяет все, что вы скажете. Работает от 3 батареек, в комплект они не входят. В состав полипропилен, полиэстер, холофайбер и сталь. В ассортименте овечка, собачка и панда. Цена игрушки 199 рублей. А еще в этом фикс-прайсе огромное количество новогодних товаров. Из новой коллекции этого года и не только. Гирлянда новогодняя за 199 рублей здесь в большом количестве. Длина 200 метров, работают до 2 батареек, цвета в ассортименте. Стеклянный декоративный шар новогодний. Сделан из полирезины, стекла, воды и полипеленгликоля. Если такой шарик потрясти, внутри появляется снег, смотрится нереально круто и волшебно. Сразу захотелось снега за окном. Сделан такой новогодний волшебный шар действительно очень аккуратно и красиво. Размер 6,5 сантиметров. Такой подарить не стыдно. Дизайн в ассортименте, цена 149 рублей. Магнитный холодильник символ 2021 года. Состав ХДЛ, картон, винил и голографическая пленка. Сделан магнит в России. Цена 50 рублей. Еще один магнит, сделан из полирезина. Размер 8 сантиметров, дизайны разные. Стоят такие магниты 50 рублей. В этом фикс-прайсе даже есть гирлянда-капелька, которая продавалась в прошлом году, и стоит она 99 рублей. Такие же гирлянды только из новой коллекции этого года будут стоить 149 рублей. Бусы новогодние, длина 4 метра. Цвета в ассортименте, цена 55 рублей. Бумага новогодняя, размер 1 м на 685 сантиметров. Очень много классных, крутых дизайнов. Кстати, в том году, в конце декабря, бумаги уже не было ни в одном из фикс-прайсов. Наверное, потому что стоит она в фикс-прайсе дешевле, чем где-либо. Всего 27 рублей 50 копеек за рулон. Краска для волос Палет. Фитолиния, стойкая крем-краска. С медом и маслом органы. Цена 99 рублей. Впервые вижу крем от марки Аура. Крем-уход для рук и тела с оливой и авокадо. Объем 200 мл, цена 55 рублей. Шариковый дезодорант от Гарниер, невидимый, против влажности, 48 часов защиты, без спирта. Цена 99 рублей. Салфетки бумажные в упаковке 180 штук. Такие салфетки удобно доставать из коробки, стоят они 55 рублей. Универсальное средство «Чистый дом» для пола, стен и других поверхностей. От марки Glorix с ароматом лимона. Убивает 99,9 бактерий. Цена 99 рублей. Продажа снова появилась, сушилка на батарею.
У меня на канале есть подборка топ-10 лучших товаров из Fix Price. Эта сушилка тоже входит в этот список. Кому интересно, какие еще товары входят в топ-10 лучших, ссылку на видео оставлю в описании. На сегодня это все. Надеюсь, что видео понравилось, было полезным. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал и на мой Instagram. Желаем отличного дня и прекрасного настроения. Увидимся уже с вами очень скоро.